И всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал Ника, с вами Ник, и сегодня мы играем в игру под названием GTA San Andreas Multiplayer. Это зомби-мод на сервере Сампа. Он набрал уже 9 лайков, даже 10 лайков, и очень быстро, быстрее, чем сам на Diamond Torpedo. Там набралось очень мало лайков на обоих видео, на одном 5, на одном 3. Поэтому я понимаю, что зомби-мод вам более интересен, чем просто на Diamond Torpedo мы играем. Поэтому помогите там уже набрать на Diamond Torpedo лайки, чтобы я уже снял по этому ролик. Там часик нужно добить, в принципе, я все равно сниму, так как при достижении нового уровня хочу снять ролик, короче, вот такой вот. Нам нужно найти лут какой-нибудь. Смотрите, сейчас уже, смотрите, сколько часов у меня, видите, да. В России сейчас 00:38, ну, это 100 игроков играет. Виски. Да, ребята, все, я понял, как молоко, класс. Теперь есть лут. Лутаем, лутаем, ребята, потому что лут — это лучше для бизнеса, best for business. Только зачем? Здесь лут тоже... О боже, что с полицейским? Нужно облутать здесь все хорошенько, чтобы все найти отличненько. Боже. Там какой-то чувак, ребята, не стрём. Там два чувака какие-то разговаривают между собой. Чик, делают. Так, я хотел о чем-то там вам сказать. Но давайте пока что пропустим это и пробежимся, в принципе. Облутаем здесь все. Вот. На игры, да, посмотрите, у меня виски, молоко есть, новые вещи. Я не играл в офлайне. Сразу же начал записывать в онлайне. Потому что я немножко играл на Diamond Torpedo сегодня, чтобы докачать уже там себе новый уровень, там еще один час, и у нас новый левел, короче. Поэтому погодите набрать лайки, и мы там попробуем вступить уже в автошколу еще раз. Вступим, скорее всего, я так думаю. Поэтому вот такая вот пирожки. Вот у меня заканчивается, типа, что с одеждой, я вот это не понимаю немножко. Да пофиг. Пофиг, пофиг, пофиг. Здоровье есть, еда еще есть. А что за пироженка? А мне где-то там писали, что это такое, меню, да. Справка. Вот помощь. Так, сердце индикатор по умолчанию. Черная. Опасность. Собирается в виде черепа. Зеленый холод. Вирус. Синий влажность, красный бой. И у нас вирус. Голод образуется в виде ножа и вилки. Вот это да. У нас на 70 только на фигня еще. Жажда. Удружается в виде стакана. А, это стакан, у нас жажда, ребята, ну у нас есть что бить. Бежится в виде футболки. Холод. А, нам холодно. Понял. Понял, 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 ребятки. Нужно найти еще лут разный. А как нам восстановить этот? Наверное, согреться нужно где-нибудь. Нужно, наверное, зайти в какое-нибудь помещение или типа чего-то этого. В принципе, я бы отсюда убежал в город. Здесь карта черная, я не вижу, в какой стороне город. В принципе, я знаю. Примерно, где находится город дочек. Чё? Запчасти какие-то. Да, класс, 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 класс. Еще лутик нашли. Сейчас можно найти, в принципе, лут. Качественный. Мы сейчас возле Лас Вентураса недалеко должно быть, по идее. В принципе, можно здесь облутать все, что если нам бы в город сам побежать. В принципе, давайте пробежимся в город. Куда ведет? А, я понял, где мы Лас-Вентурас, вон той вот стороне. Вроде, вроде. Мы слишком мало птиц, этого нельзя драть. Иначе из общины бункера вы нажали клавишу удара, понял? Тогда давайте пробежимся по дорожке. Или нет, не будем бежать по дорожке. Давайте по пустыням пробежимся. Боже, так, боже, я застрял немножко. Пробежимся по пустыням, так будет лучше по мне. Так, нет, давайте все. Вот отсюда, если что, мы сможем поплавать. Блин, у нас жажда очень маленькая. Холод уже не так очень большой. Холод уже вообще норм. И хавчик немножко упал. Домик, я не знаю, это, наверное, без дома, или типа чего-то этого. Только я еще раз хочу сказать, я не понимаю, зачем здесь сделали деньги. Вся, повсюду есть на самом серверах деньги, в любом сервере, но по идее не должно быть никаких денег, так как мы знаем, что в такое время никому не нужны нафиг деньги, потому что кому нужны деньги, в каком сериале вы видели деньги? Я только смотрел Нацию Z немножечко и Ходячие мертвецы немножечко, все сезоны, только последнюю серию не видел, я же говорил, нужно будет посмотреть.
последнюю, которая вышла в понедельник, вот этот, да. Я видел, как бедный Глен и этот Эйп, вроде бы так он назывался, или нет. Ну, короче, тупой бедный Рик, он вообще сейчас без безысходности там далее. Тупой Ниган. Нет, он харизматичный персонаж, один из лучших, кто при них противостоит, в принципе. Они немножко там похожие все, но ничего. Но, как мы видим, там будет развиваться сюжет, хорошо, что Карлу оставили хоть руку. Руку, Карл! Так, шуточка про Карла. И далее. Шуточка про Карла, и далее мы продолжаем играть. Так, а куда мы бежим, ребята? Мне интересно, куда нам нужно бежать, в которую из сторон. Ничего, в следующей серии мы будем играть, в принципе, норм. Уже нужно присвоиться немножечко, освоиться. Я была с Вентурас, в принципе, сбегал, но это далеко очень. Давайте вот это проапгрейдим здесь. Амунейшн. Сколько здесь оружка стоит, мне интересно, может, недорого, поэтому я себе куплю что-нибудь, в принципе. Но нужно все-таки прочекать. А зачем? Ну, все-таки, думаю, здесь у меня нет денег на оружечку. О, радио. Не-не-не-не-не-не. Ну, а как купить здесь оружие? Здесь нельзя мне купить оружие. Здесь, наверное, нужно найти. Да, по итоге нужно найти, а не купить. Потому что невозможно покупать, когда случился радиоапокалипсис. Вообще, апокалипсис. Ну, вы поняли. О, кстати, ребята, не забудьте поддержать меня лайками, подпиской в этом видосике, приходите на наши стримы, стримим разные игрушки. Так что, welcome, приятного вам просмотра. Короче, нужно бежать. Вот в эту сторону побежим, в принципе, мы уже отошли от базы, от этой общины, бункера. Пока что мы не будем к нему возвращаться. Наверное, когда нас сливают, мы сами там заспавнимся, но пока что нас никто не собирается сливать, как я вижу. Но вскоре нас по-любому будет сольёт, да, кто-нибудь. Потому что я знаю, есть такие плохие люди, которые любят сливать других людей. Какие-то гриферы, наверное, как в Майнкрафте. Но здесь они по-другому называются, хейтеры. Я их буду называть хейтерами, мне повсюду хейтеры. У меня жажда вообще, блин. Что будем делать? В принципе, мы где сейчас? В этой стороне находится... Вон там Сан-Ферреро, в принципе, не очень далеко. К нему... Ну, давайте к Лас-Вентурас побежим. Го, к Сан-Ферреро! Я лучше знаю о Сан-Ферреро, чем Лас-Вентурас. В принципе, в Лас-Вентурасе казино разные. Блин. Нет, я хочу в Лас-Вентурас, ребята. И при этом, если буду снимать, наверное, когда мы прибежим к Лас-Вентурасу, я закончу эту серию. Но для начала пишите в роликах. Кто хочет снимать видосики по сампу, мне там уже Армани предлагал, но... Я думаю, что ему где-то 11 лет. Не очень хочется снимать видосик. Пусть вам будет 15 лет хоть. Напишите, кому из 15 лет хоть. 15 лет пишите мне в комменты, ребята. Тогда, возможно, я вам в скайпе позвоню. Вот такие вот пирожки, ребята. Может, мне поставить видео на паузу, пока я буду бежать? Давайте молоко выпьем. Нужно молоко пить, ребята. Я не люблю молоко в жизни, но... Можно, в принципе, и выпить. Что это? Использовать. О-па-па. Вам нужен отвар. Возьмите его у медиков. Вас вы слышали эту... Типа этого что-то. Когда я странно сказал, блин... Мне аж страшно. Если у вас в интересе будут медики, в принципе, здесь туман появился, кстати. Карта покажет нам место, если навигатор поставит метки на важные места. Навигатор? Где здесь навигатор, ребята? Действие ваш КПК. Календарь. Дата. Да я знаю, какая дата, ребята. Радио. Рингтон, СМС. Нет. Бригада действия, настройки, справка, дана, отличные данные, ваш КПК, личные данные, статистика. Короче, ничего мы здесь путного не узнали, поэтому пробежимся все-таки. Немножечко сделаем подлиннее серию, ребята. Не забудьте поддержать меня лайкосом. Лайки. Уважаю тех, кто лайкает, ребята, поэтому лайки жмем.
Короче, бежим к класс Вентурусу, надеюсь, там будет какая-нибудь лечебница. А то если она одна возле бункера, это будет вообще полный... А что будет, если я не буду лечиться? Мне интересно просто. Или приходится к медикам. Ну, вот смотрите, мне пишет карта, да? Карта покажет вам местность. А где эта карта? А навигатор? Где навигатор? Ой, я сказал GPS. Нет такой команды GPS, а если help? Может карта, может здесь на русском нет? Нет такой команды, как карта, ребята. Может все-таки карта есть? Может все-таки есть? Может она все-таки есть, ребята, это команда, но нет, нет этой команды, поэтому пробежимся к Лас-Вентурасу, далее увидим, что далее будет у нас. Боже, что за колесо. Вообще, может мафию мне пройти? А, да, ребята, я вам не сказал, я новую игрушку скачиваю, поэтому, скорее всего, завтра по ней обзорчик выйдет, это новая игрушка. Call of Duty Infinity Warfare, что я не хотел сказать, я даже освободил место, мне пришлось удалить две игрушки, которые у меня были на ПК. Я их особо не снимал, честно говоря. Я их скачаю потом. Ну, CS-очку точно скачаю, но Call of Duty у нас не будет пока. 40 гигабайт я сейчас не собираюсь скачать на ПК. Это будет очень долго. Вам все еще плохо от отравления. Купите сами это в госпитале или у медика. Вам скрутило живот, вы хотите... Понятно. Ребята, нужно возвращаться. Мне плохо. А что теперь делать? Чё? А как сходить в туалет? Блин, чё? Как это делать? Как сходить? А, ничего, издевается надо мной, я не хочу. О, боже, я хочу слиться. Ой, я не хотел слиться, я ж пошутил. Если я сливаюсь, мне все заново надо проходить, оказывается. Все вещи отнимаются. Лоу, рили, ребята, а вот зачем вот эти, блин, а, блин, снова мне живот скрутило, тут нельзя, а где можно, как сходить в туалет в этой игре? Бригада. Ваш КПК. Как сходить в туалет, ребята? О, боже, упоротая игра. Тут можно почему бронь задержать или взять задание. Давайте возьмем задание. Ваш ранг. Ты не справился работать с мастерскую. Обратись к Ванычу. Взятка ранг за золото. Нет, задание по доставке. Вы не брали задание? Если вы робот, перенеси 5 я куплю их тебе дороже, чем Иваныч. А где эти запчасти? Если не скажете, не подскажете, если вам не сложно. Какие запчасти вам нужны? Иваныч. Чё мне Иваныч скажет? Иваныч! Работа в бункере. Да, Иваныч, денежное хранилище, провизия, оружие. О, окей. И я хочу еще, в принципе... я хочу стать на... Нет, закрыть. Я не хочу работать в бункере. Я хочу на поверхности работать, короче. Я там хотел в туалет. Ой-ой-ой-ой-ой. Как сходить в туалет? Как? Один винчестер.
Лол, отсылка к их самих сверхъестественному. Привет. Тупально. О, здесь не так? А как здесь нон-рп-чат? Приходится вот так писать мне, короче. Ребята, помогите. О боже, мне страшно, я хочу... Нет, спасите кто-нибудь. Как? Как? Чё, Игрик? Чё, Игрик? А, туалетная бумага. Почему написано здесь нельзя? Может, мне нужно на поверхность выйти хоть? Нет, не надо обделываться, стой. Это будет печалька на видео. Я вырежу, я сейчас удалю это видео. Сейчас наложу штаны. Почему для меня закрыв... Почему закрывается... О, вот тут можно сходить в одежду или нет? В туалет есть. Тут нельзя! А где можно, ребята? Он сейчас обосрется у меня. Так, Рилли, это не смешно. Так хочу... Так хочет мой персонаж сходить, но не может. Тут нельзя, как нельзя? А где можно? Лол. Еще обострется. Извиняюсь, такое выражение на это Рилли. Стойте, не надо, прошу. Давайте вот так. Так, игры же нет. Тут нельзя, блин. Какого хрена? А где можно? Как сходить, Карл? Как? Как? Я в офиге. Я в офиге. Он не хочет, ребята. Как написано, что нельзя? Как нельзя? Почему нельзя? Ой, на этом я поставил на паузу. Итак, ребята, я к вам вернулся. Тут просто такой был момент, который я не хотел снимать. Да. Так, что, продолжаем. Так, мы играем по-прежнему на этом сервере. Так что, продолжаем, в принципе. Ничего здесь пока что плохого не случилось, пока я играю. Мой персонаж смог сходить в туалет. А, точно, бумага бесконечная. Понял. В заведенной машине вам не страшен холод. А, с чем я? Короче, куда мы сейчас бежим? Я не знаю, куда мы сейчас бежим, но нам нужно бежать. Нужно 5 штук молока. О, машина. Мотоцикл. Это же мотоцикл, ребята, мотоцикл. Стойте. Не хотят они меня ждать, ребята, поэтому дизлайк ставим им, дизлайк. За такое вот обращение к бедным людям. В этой серии мы не сделали ничего стоящего, но нам было очень плохо. Мне пришлось поставить на паузу, блин, он так долго там спел эту нужду. Персонаж, поэтому вот такая вот история, история. Поэтому, ребята, не забывайте меня поддерживать лайками. На этом все, всем спасибо и всем пока.